Разгорается громкий скандал, связанный с одним из крупнейших автопроизводителей в мире. Концерн Volkswagen признался в том, что в течение 7 лет обманывал своих покупателей. Начиная с 2008 года на дизельные автомобили марки Volkswagen и Audi вместо специальных устройств устанавливалась программа, которая во время тестов занижала уровень вредных веществ в выхлопе. Обман обнаружили случайно, поменяв условия тестирования. Как выяснилось, подобное программное обеспечение стояло на 11 миллионах автомобилях, которые продавались по всему миру. Правительство Южной Кореи заявило, что проверит 5000 автомобилей немецкой марки. По оценкам экспертов, последствия этого грандиозного скандала, ремонт автомобилей и потеря репутации обойдется компании почти 8 миллиардов долларов. Власти США уже заявили, что намерены взыскать с Volkswagen штраф 18 миллиардов долларов. Добавлю, что сегодня акции Volkswagen резко пошли вниз. Только за один день их стоимость упала на 20%. И глава Минтранса Германии только что заявил, что сейчас создается специальная комиссия для расследования скандала.